Привет! Разбираем Crystal Eyes. Сейчас я сыграю целиком, вот вы увидите с нотами, а потом медленно еще раз все разберем. Второй такт. 2, 3, 4. Третий такт. Ну, теперь разбираем. Первый такт. Мы включаем фонограмму и не успеваем начало сыграть. Да, ничего страшного. Мы вступаем примерно на втором такте, хотя ноты с первого, если у вас есть кто-то, кто включит фонограмму, можете прям сразу вступать. И идет первый такт. Раз. И... Да, играем тремоло, такое легкое-легкое правое рукой. Двумя пальчиками. Считаем. Потом переходим в третьем такте на ми. Можно это играть в первой позиции, как вам удобнее. Или и ре. Если третий, то фа и ре. Если первый. И поехали. Мелодия. Пятый такт. 3, 4.
можете играть, здесь она, ну, она играет Линдси Стирлинг Лигу, но можно играть или отдельно. Уже как вам удобнее. Ну, я играю на лиге, мне кажется, лиге удобнее смычком не махать слишком много. Маленькое помещение, вот. И дальше идем. Для акустики хорошо маленькое помещение. Сниматься надо тоже в маленьких классах, кстати. Чтобы не летело эхо, не украшало ваш плохой звук, да? А в маленьком классе слышно, какой у вас звук на самом деле. Поэтому все скрипачи в консерватории пытаются взять маленький класс, позаниматься. Так, 19. Дальше тут все понятно, чешем правой рукой, левой отменяем пальцы. Не совпадает с правой рукой. Четко. Чтобы совпадали, есть упражнение. Если у вас в пунктирном штрихе вот так совпадет все, то значит, скорее всего, в ровном тоже будет совпадать. 28. Возвращаемся в первую позицию. Опять правая рука чешет ровно левая. Дальше идем. Еще сыграть и здесь попасть.
можно по две, тоже по четыре ноты, отдельно смычком играть, как хотите. Играем сенью, и там, где написано «Кода» в 39-м такте. Здесь есть 32-е, 16-е. В одной восьмой у нас 2 16-х, 4 32-х. То есть читаем восьмыми. Допустим, 40-й такт, где начинаются обычно трудности с ритмом. Раз, два. Начать, а дальше пишите вопросы в комментариях, подписывайтесь на мой Инстаграм, ТикТок, Ютуб. Следующее видео будет «Титаник». Или, может быть, это выйдет сначала, и «Титаник» где-то рядом. Пока, до новых встреч!